Да. Как там упражнение с памятью? Ну, Адлер считает, хорошо. Удалось вспомнить один документ из Вьетнама. Белл заканчивает расшифровку. Что-то полезное нашли? Несколько имен, зацепки. Парк пробьет их по своим каналам. Времени мало. Команда знает о нашем провале в Берлине? Нет, но если с этим связано одно из имен, то скоро узнает. Ты этого не допустишь, Хадсон. Просто не говорим ничего лишнего. Для меня это не проблема. Мы закончили анализ имен из Дананга. Одно из них заслуживает особого внимания. Антон Волков. Нелегальный торговец оружием из Восточного Берлина. Его связь с Персеем стала для нас сюрпризом. Нам приказано захватить или уничтожить Волкова. Если уж мы не можем добраться до Персея, займемся его людьми. Лишим его ресурсов. И заставим выйти из тени. Мейсон и Вудс все еще работают в Киеве. Считай, что Волков у нас в руках. Собирайся и на выход. Ми-6 разрабатывает Волкова уже несколько лет. Я настаиваю, чтобы вы взяли его живым. У нас к нему очень много вопросов. Я учту твое пожелание, агент Парк. Неплохо с именем вышло. Мы все храним. ЦРУ как моя бывшая. Ничего не выбрасывает. Да. Вся хитрость в том, чтобы знать, что есть в этой свалке, и найти нужное. Дом, похоже, это тебя. Чеки не оплатили. Ладно. Да, я верну их. Чё, опять все принимаешь на свой счет? Ладно. Хорошая кандидатура. По мне все отлично. И что с ним могло случиться? Мне всегда нравилось, да, что я... Хочешь меня развлечь? Ты шутишь, что ли? Мы только что все обсудили. Знаешь, я столько всего могу сказать. Не, забудь. Порядок. Только когда меня не просят. В этот раз на мне обеспечение. Все, что нужно, я вам достану. Список моих контактов длиннее китайской стены. Адлеру надо, я добываю. Ну а как иначе? Конечно, достану. Не проблема. Легко. Через неделю уже привезут. Ха, смешно. Но я-то не шутил. Сложно, но можно. Дай мне время, и он будет у нас под окнами. Окей. И как будешь платить? Я тут слышал, чеки выписывает Адлер. Черт, я буду вынужден отказать, если у тебя нет чемодана, набитого деньгами. Хм, черт, я пытался разыскать этого урода, когда он был в Италии на какой-то сходке. Хитрец. Увидишь? Передай привет от Лоуренса Симса. Ну, не мне судить. Может, ты из КГБ, но на этой войне ты с нами. Иной раз полезно побыть на стороне врага. Я прав? Опять ты. Ну? Видел ли я его? Нет. У нас есть только этот снимок, а ему
Больше 20 лет. Симпатичный. Надеюсь, годы его не пощадили. Белл, оставь эти штучки для операции. Береги силы. Хорошо? Выход через час. Твои сведения из Дананга – настоящий клад. Тебе виднее. Тебе понадобилось 2 часа, чтобы расколоть ту шифровку. И тебя особо заинтересовало имя Волкова. С тобой все в порядке? Мы ведь именно поэтому тебя и позвали. С этим шифром не справились бы даже лучшие криптографы ЦРУ. Ты гений, Белл. Но даже гением нужно спать. Ну да, но недолго. У нас общие интересы. Хотя мне доводилось работать с людьми поприятнее. Общаться по делу не больше. Избегать личных вопросов. И никогда не спрашивать про шрам. Думаешь, если б я знала, я бы сказала? Забавно. Родился под Ленинградом, не выходит на улицу днем, отлично разбирается в виски и в средневековых пытках. У нас ему понравится. Я лично устрою ему экскурсию. С радостью. Подойди к доске.